Знаешь, если тебе нужно быть на работе, допустим, там в 7-8 утра, ты будешь там. Если ты работаешь в ресторане и босс просит вынести мусор, ты пойдешь и вынесешь мусор. Но когда ты говоришь себе, в пятницу я начну вести YouTube-канал, или ты говоришь себе, что направишь свою жизнь в другом направлении с 1 сентября, и ты этого не делаешь, почему? Недостаточно уважения. Недостаточно уважения к самому себе. Тебе нужно добраться до причин этого. Ты должен приходить к себе на помощь. Тебе нужно нажать на газ и поехать. Движение появится потом. Сначала ты сам нажимаешь на педаль, и потом уже чувствуешь импульс. Никогда не думайте, что человек – это то, что он говорит. Потому что ты – это не то, что ты говоришь. По моему убеждению, ты бываешь один раз в день. Один раз в день перед сном. Вот перед сном настоящий ты. Когда ты ложишься в постель, и когда вот ты между небом и землей, знаете,